20 школьников Адмиралтейского района накануне получили свои первые паспорта. Торжественная церемония вручения состоялась в здании администрации. Учится в школе номер 317. Увлекается спортом, а именно футболом и карате. На церемонию пригласили тех, у кого дата выдачи совпала с 28 сентября или числами, находящимися поблизости, а также тех, кто изъявил желание прийти. Девочки, как обычно, переживали из-за фотографии на паспорт. Ужасно. Ну, для меня это ужасно, для некоторых нет. Мальчики рационально рассуждали, все равно фотографию никто не увидит. Необходимость показывать паспорт у школьника случается редко. Вот где-то в 18 это уже можно сказать, что является дополнительной возможностью. А так, 14 лет – просто дополнительные обязанности. Поздравления, напутственные слова для подростков прозвучали из уст начальника районного отдела молодежной политики и председателя территориальной избирательной комиссии. Также школьникам вручили подарки от муниципальных образований. Следующую торжественную выдачу паспортов приурочат ко Дню Конституции – 12 декабря.